поздравляю с победой. Как вам сегодня играть «Динамо»? Хорошо, играли очень серьезно, хороший настрой. Успели в каждой партии сделать большую разницу в начале партии, так потом и легче было играть. Поднимали процент атака в течение игры, в первой партии не было так хороший. Или можно сказать, что противник играл очень хорошо в защиту в начале партии, в первой партии. Ну, потом успели, прием был, может быть, и лучший в этом сезоне, 60% идеального приема, это супер. И что сделали всего 6 ошибок. А так, подача 6 ошибок, это очень хорошо. Конечно, было 62 доигровки, это за 3 партии, это хорошо, так что можем быть довольны. Надо готовиться дальше. Ну, у Липецка Ирина Сазонова сейчас лучший бомбардир Суперлиги, но сегодня она особо не проявила себя, можно сказать, что ее закрыли, да, хорошо? Знаете, как мы договорились, и чтобы ее нагрузили с подачи, чтобы я не принимала много, чтобы концентрация в атаке была не так хорошая, и думаю, что в этом успели. 33% атака, это, да, можем сказать, что за нас было хорошо. Успели, может быть, не было много очков в блоке, но много смешали в блоке, так что потом защита сделала свое. Поздравляю с победой, как от всех сегодня по «Динамо». Спасибо. Ну, сегодня хорошо слаженно играли, начали с первого очка, когда мяч долго держался, несколько розыгрышей было очень тяжело, но я рада, что мы именно вот это начало преодолели и пошли дальше вперед. У тебя сегодня было и много скидок, и эйсов. Как тебе своя игра? Я довольна. Ну, конечно, наверное, довольна всегда нельзя быть, где-то придираешься еще к себе, но в целом мне радует и результат, и сейчас команда. У тебя была такая эффектная скидка, когда мяч в руках зацелил у соперника. Ну да. Хорошо, что она прошла. Часто такие курьезы бывают? Первый раз такая, чтобы так в руках поймали. А вообще от Липецка, наверное, больше сопротивления ожидали, да? Ну да, если честно. Ну, все равно надо на каждую игру настраиваться, как на самого сильного соперника. Поэтому Липецк всегда было очень... Что там мы играли, когда в защите очень хорошо они играли. И очень тяжело было именно вот это вот добить какие-то там доигровки, достать защите и снова им добить. Вот это сложно, но... Слава богу. Я говорю, что на первых именно розыгрышах это у нас получилось, и они свой темп чуть-чуть сбавили.